Здравия желаю, уважаемые телезрители. Продолжаем опыты. Вот, значит, готовим эту схему, что я показывал. Ну, со дня на день ждем АКБ. В общем, на 260 этот мотор. Я его показывал в варианте 24 вольта. А вот, значит, в варианте 220 подаем. И этот 50 ватт. Моторчик, значит, как я говорил, старая машинка, вот трехколесная детская, вот дети ездят. Там было два таких моторчика. Они ее выкинули, а я разобрал и применил. Так. Значит, этот крутит, это выдает напряжение. То есть все просто. Ничего сложного нет. Здесь вольтметр. Вот эта лампочка, значит, на полной мощности 44 ватта. Я ее промерял несколько раз. Значит, сейчас включим. Расчеты я уже произвел, просто включим, чтобы показать, что оно работает. Так. Будет светиться лампочка. Итак, значит, настраиваем реле. Одна секунда здесь стоит, не знаю, видите ли вы, нет. Ничего не видите, ну поверьте мне на слово. Одна секунда, а здесь 0,1 секунды. То есть работает питание, подается счета вот с этого, со счетчика, 0,1 секунды. И это хватает, чтобы одну секунду работала система. Плюс еще лампочка светилась, не только крутила холостую, как мне предъявляют тут. Все только не пишут, старый маразматик там, изучи физику. Я уже всю физику прошел. Прошел ее, как говорится, в жизни, работая с током десятки лет, 50 лет. И все видел, как она работает. А не то, что учебники пишут. Поэтому обзывайте сколько хотите, там, маразматиком, не маразматиком. А свободная энергия – это факт. То, что я вам и доказываю. Вместо того, чтобы это самое писать, там, ерунду всякую, как вот есть там такие люди. Схему я показываю, возьмите и соберите, и делайте. У вас есть деньги, вы работаете, а я на пенсии. И то собираю из каких-то частей, которые на помойке нашел. И что-то делаю. А вы только зубы скалите. Вместо того, чтобы... Я знаю, что те пишут, которые... У них у всех есть бабло. Они могли давно купить, если сами без руки. Нанять электрика, который бы это им сделал. Вместо того, чтобы скалить зубы там. Безмозглые. Ну ладно, это я отвлекся. В общем, я хочу доказать, что это все работает правильно. Значит, на этого мы включаем... Реле. Чем хороша система? Сейчас увидите. То, что перепадов почти на нуле. Вот, видите, лампочка зажглась. Лампочка зажглась. Напряжение 7. Средним 7 там 50. И 7 падает, в среднем 7 вольт. То есть лампочка не мигает, ничего, горит ровно. Видите, остановки нет, лампочка не мигает. Вообще не мигает. Сейчас я свет уберу, она не яркая. Вон накала горит. Чтобы вы увидели. Вот, видите, вот сейчас видно. То есть горит ровно, вообще не мигает. А подается это только 0,1. Об этом физики молчат, как рыбы. А инерцию куда они девают? Инерции нет у них. Надо подавать беспрерывно, они говорят. Подается, она светится. 0,1 подается. А секунду работает еще спокойно. Видите, даже не мигает.
Так, значит, сейчас это поняли, все, что система работает. Сейчас выключим. Дальше. Дальше старый маразматик нарисует вам схему. В общем, покажу результаты, во-первых. Вот они, записаны все. Расход 54 ватта. Вот. А на выход идет 142 ватта. По 13 ватт, так лампочка говорит, не в полный накал, под 13 ватт выходит. 11 раз, 142 ватта. То есть КПД 263. Это на энергию. А дальше, пусть они говорят, что я маразматик, не маразматик, но это правда. Мотор-то крутится еще 10 раз, то есть одну секунду. А на эту энергию надо. Или он сам по себе будет крутиться. А он крутится своей энергией. Это значит, на это бы шло еще 40 ватт. На это бы шло. Потому что здесь 54, 54 и минус 13 ватт, которые лампочка берет. 41, ну 40 пусть. Замедление увидели, нет, лампочка горит ровно. 40 помножим на 10. 400 и плюс 142. Плюс 142, которые мы имеем на лампочку. 542 и расход 54 ватта. Разделим на 54. 1003% полный КПД системы. Пусть я буду маразматиком, пусть я буду вообще идиотом. Но это правда, которая им глаза колет. И почему, почему вот эти вот умники, почему они не соберут, когда вот это показываю на какой-то с помойки, блин, нашел дерьмо вот это и сделал. А они имеют средства, имеют все и не собирают ничего. А продолжают с населения драть по 3 шкуры по счетчику. А кто что сделает, они его обзывают или молодым маразматиком. Вот и на Терху там прут, на Николая Литвиненко, вот они все идиоты, мы такие умные. А вы умные что-нибудь делали руками? Вы бы хоть взяли, проверили это, попробовали? Нет, учебник достали и читают по нему. А учебник написали такие же, как вы. Лжецы и негодяи. А вот я, старый маразматик, вам докажу это все. Поэтому хватит ругаться, умники. Возьмите, попробуйте, соберите и пользуйтесь. У вас есть деньги, это у меня нету, а у вас есть все. Соберите и пользуйтесь и молчите. Бесплатно получайте ток. А не пишите всякую гадости. Я уже там, мне пришлось тут сейчас ставить на одобренное. То есть проверять все это. Там столько дерьма льется на голову. Ну ладно, об этом все. Так давайте, короче, давайте жить дружно все. Считайте так, эти вот рептилоиды, считайте меня маразматиком, мне от этого ни холодно, ни жарко. Но я свое добьюсь. А вы как хотите. Дальше. Зарисуем схему. Схему я, по-моему, рисовал, ну еще раз. Вот, значит, мотор 260 ватт. Дальше. Мотор маленький, как генератор, с постоянными магнитами. 50 ватт его мощность. Так. Дальше. Реле. Реле Амрон. Можете другое применять. То мне уже высказывали, что я реле Амрон, мол, это самое. Пропагандирую. Я не пропагандирую, я просто говорю, у меня были разные реле. Вот это вот тоже иногда отказывают, но более крепкое все же.
вот это Амрон. Все-таки это более крепко, чем вот те, которые мне были китайские. Значит, 0,1 секунда включено, питание включено. Так, 1 секунда, питание отключено, отключено. И здесь у нас сеть, сеть. А в дальнейшем здесь будет батарея, батарея, когда придут. Батарея. Здесь инвертор. Вернее, вот здесь инвертор. Да, вот здесь инвертор. И от инвертора уже питание будет выходить здесь. А здесь у нас сейчас лампочка. 142 ватта выходит. В течение времени. В течение 11. Так. В течение 1,1 секунды выходит 142, цикл такой. В течение 1,1 секунды 142 ватта выходит, а 54 идет на разбор, то есть забирается. Мы выведем здесь батарейку, вот здесь. И у нас будет, значит, заходить 142 ватта. А отсюда будет выходить 54. То есть у нас останется еще... Сейчас скажу. ...142 − 54. 88 ватт останется для пользования. То есть система 88 ватт. Вот и все. А если применить побольше двигатель, то, естественно, будет больше. Зазор, может, меньше поставим, но все равно будет больше. Не 88 будет, а, допустим, 388, 588. Все дело в том, что надо запчасти. Так. Ну, в общем, со схемой разобрались. С маразматик, то, что я маразматик, тоже разобрались. Так, значит, спасибо за внимание. Старый маразматик Грек еще с вами увидится, думаю, встретится. И молодые умники, посмотрим, кто умней. Время нас рассудит.